Анонс и точная дата выхода 45-й серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 45-я серия сериала выйдет в эфир 6 февраля. В новой серии мы увидим, как Дилан был в шоке. Мы все знаем о влиянии Дилан в особняке. Положительное или отрицательное. Она произвела большие изменения с первого дня своего появления в особняке. Если бы эти изменения не были подорваны нечестивцами, то этот, наполненный болью особняк, возможно, впервые за долгие годы обрел бы счастье. Однако пастухи, особенно Хасан, каждый раз умудрялись все перепутать. В дополнение ко всей этой ситуации, Дилан продолжает снова создавать проблемы. Если вы помните, в прошлых сводках мы упоминали, что Кудрет будет воскрешен. Сможет ли Дилан это сделать? Откровение Дилан о голосе из прошлого нанесет Кудрету огромную травму. Его жена, чью боль он чувствовал на протяжении многих лет, упала в его сердце как уголек. Этот уголек почти что предвестник большого пожара, который произойдет в будущем. Конечно, хотя в данный момент это невозможно, эта ситуация, которую переживает Кудрет, может послужить для него светом, чтобы вернуться к самому себе. Как вы знаете, Кудрет не мог двигаться, говорить или вообще реагировать. Спустя годы этот шаг Кудрета удивил всех. Напомним, 45-я серия сериала выйдет в эфир 6 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.